Следующий гибрид – это сарацин, который я хотел бы, о котором бы я хотел рассказать. Это самый стрессоустойчивый гибрид из тех, которых мы производим, из тех, которых даже я видел на рынке Украины. И это даже это подтвердилось также в нашем демоцентре. Даже когда уже все гибриды в теплице с огурцами уже просто умерли, и мы даже не удобряли, даже не обрабатывали теплицу с огурцами, все равно выборки по сарацину происходили. Да, он немножко позже, чем каприкорн. Вот. Но стрессоустойчивость и устойчивость к перепадам температур, сложно найти ему равных в этом параметре. Рост продаж в основном происходит за счет регионов с неотапливаемыми теплицами. Там, где важность устойчивых стрессовым факторам намного выше, чем раннеспелость. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.